В Новый год, в новую жизнь. Жители дома номер 5 по улице Стасова, который признали аварийным в марте 2017 года, уже совсем скоро переедут в новые квартиры. Ключи переселенцы из ветхого аварийного жилья получили за несколько дней до праздника из рук губернатора Ульяновской области Алексея Русских. В этом году только мы 11 тысяч квадратных метров, да, селили из аварийного. Да. Более 600 человек переселили. Вот. Предстоит нам еще около 2000 расселить детей, которые в аварийном проживают. В общем, задач много. Кто-то из аварийного жилья на Стасово переедет на Краснопролетарскую улицу, кто-то на бульвар Знаний в юго-западном районе. Как, например, семья Федориных. Переселенцы до сих пор не верят, что коммуналка в 19 квадратных метров осталась в прошлом. Прогнившим от потолка до пола доме с деревянной лестницей с шатающимися перилами они прожили 19 лет. Мы сейчас очень счастливы. Говорю, не спали 3 ночи. До сих пор трясет. Я уже стараюсь не расплакаться, потому что это такое событие, от которого действительно просто счастье для нас. У меня самой мурашки. Вы видели свое жилье? Да, мы съездили, посмотрели на жилье. Конечно, шикарное жилье. Это лично наше будет. Мы будем одни, единственные в своей квартире. Уже бывшие хозяева квартиры аварийной двухэтажки на Стасово получили ключи от нового жилья досрочно. На год раньше положенного срока. Нацпроект расселения из аварийного и ветхого жилья разделен на этапы. Этап 21-22, он может быть закончен как в 2021 году, так может быть и закончен в 2022 году. Благодаря тому, что город нашел, скажем так, возможность расселить их в 2021 году, то люди по этапу 20-21 получили квартиры и по этапу 21-22 тоже получили квартиры. Следующий этап переселения жителей Ульяновской области из аварийного жилья также пойдет по ускоренной программе. Под расселение попадают порядка 55 семей. Всего в период с 23 по 29 годы из 43 аварийных многоквартирных домов переедет 1251 человек. Рената Люлова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.